Медведь Буча, один из питомцев зооэкспозиции в городском парке, принимает гостей. Сегодня косолапый отмечает день рождения. Именинник запищал в берлоге 16 лет назад, 2 февраля. И первым, кого он увидел, был человек. Нянчила я его точно так же, как и детей. Каждые 3 часа детское питание, те же пеленки, распашонки, те же самые качаем на ручки спать. Несмотря на это, у Бучи самый суровый медвежий характер. Однако посетителям зооэкспозиции косолапый всегда рад, говорит дрессировщица. А уж в день рождения вниманием бурый зверь точно не обделен. Для взрослых и детей организаторы провели викторину. Вопрос про мишек и сразу лес рук. Видим, ну, девочка была первая, да? Дадим ей приз? Я выиграл 2 билета, и я очень рад, что выиграл эти 2 билета. Уронил мишку на пол, оторвали мишку лапу, все равно его не брошу, потому что он хороший. Стишки и даже рисунки подарили детки имениннику. Нарисовали Бучу 2 девочки. На общем голосовании выбрали лучшую картину. София Даунковская – автор этой красочной работы. Девочка, да, которая у нас собрала, наверное, все призы, которые только можно было собрать, да. Она у нас и заняла 1-е место по рисункам. После игр гости направились поздравлять именинника вместе с дрессировщицей. Мохнатого юношу угощали тортиком, зефиром и любимыми апельсинами. Буча удовольствие растягивал. Сначала аккуратно съел грибочки и ягоды с торта, а затем и сам десерт. Буча открыл череду праздников в зооэкспозиции. Следующий месяц тоже порадует посетителей зверинца новым косолапым именинником. В этом году все мишки получат свой сладкий подарок. Дарья Колотилина, Игорь Антонов, Телемикс.